Всем привет! Как вы видите, у меня на столе куча всяких непонятных составляющих. Забегая вперед, я скажу, что это новые коробочки для наших изделий. И перед тем, как их отдекорировать и собрать, я решил сделать об этом коротенькое видео. А для того, чтобы облагородить наши коробочки, будем использовать морилку. Я выбираю морилку нужного мне цвета, вообще попробуем разные цвета, и буду наносить ее при помощи пульверизатора. Почему при помощи пульверизатора? Да потому что так проще, быстрее и экономичнее. Морилка впиталась и высохла, а для того, чтобы подчеркнуть гравировку, я буду использовать патину. Возьму золотой цвет и медный. Поскольку первый вариант не особо отличался от второго, я взял все, что у меня есть, и наделал кучу вариаций. Теперь я беру и стираю излишки патины, а в местах углубления, то есть в местах гравировки, патина остается, собственно, так, как и задумывалось. Работа над новыми коробочками для наших изделий завершена, и сделали мы это для того, чтобы в целом улучшить наш продукт, так как мы за качественный контент. А качественный контент – это именно то, что есть у нашего друга и начинающего мастера на YouTube – Bone Factory.